20,000 men. 40,000 will be dead. Eat your soup while you've got it. Did you see? We've got a new corporal. Morning, corporal! Ah, he doesn't talk to the likes of you and me. Bacon for breakfast. Доброе утро. Противная ночь. Morning, gentlemen. Доброе morning, утро, господа. This one. Это. What are you all staring at? В чем you дело? Right, sir? Вы себя хорошо чувствуете, сэр? То было вчера. Никогда не чувствовал себя лучше. Прошу. Боюсь, что сегодня днем вам понадобится больше салфетки. Мы атакуем в 9. Каково состояние дорог? Не просохнут до полудня, сир. Мы сражались с грязью на сапогах и раньше. Верно, верно. Что это? В воскресенье священник не отказался от мессы. Сегодня у него будет мало прихожан. Я не сплю, Дро. Сир, нам нужно выждать 4 часа. В этой грязи мне не сдвинуть пушки. Если бы я выжидал, я бы проиграл битву при Аустерлице. Веллингтон не выстоит и часа с этим сборищем англичан, бельгийцев и бог знает кого еще. Сир, я не могу поручиться за свои пушки. Сам ты пушка, Дро. Мы могли бы начать в 12. Битвы выигрывают или проигрывают за 4 часа. Если бы Веллингтон был на марше, но он отсиживается, и грязь в его пользу. В его пользу. Поскольку я ваш заместитель, если с вами что-нибудь случится, каков ваш план? Разбить французов?
Dramatic fellows, these French. Music and banners. Музыка и знамена. Quite beautiful. Ну, это красиво. You're a lucky fellow, aren't you, Hay? Вам повезло, Хей, в первом же бою увидеть такое. Ваша светлость, в чем дело, Хей? Там, на дороге, его белая лошадь, чудовище. Вот он, великий похититель Европы. Ваша светлость, Наполеон в пределах досягаемости. Разрешите произвести выстрел? Конечно, нет. У командующих есть более важные дела, чем стрелять друг друга. Братское занятие, не так ли, Деланси? Убивать. Заткнуть им рты? Нет. Нет, пусть поют. Сейчас все хорошо, что оттягивает время. Обычно я не люблю приветствий, но раньше или позже придется сразиться с дьяволом. Пожалуйста, объявите о моем появлении. Who's the lad who leathers the French? Who's the boy with the hooked chin nose? Who gives sword to Marshal Soult? Who gave jolly French Joy a jolt? Who's the beef that will peck round his buns? Who makes the parley-voo to run? Ну-ка, вытащите меня. Дро был прав. Эта грязь может погубить нас. Я боюсь только одного врага, природу. Вот приказы, сир. Здесь их больше, чем было при осаде Трои. Вся его мощь на правом фланге. За него-то он и боится. Отлично. Здесь мы его и потревожим. Если он ослабит центр, чтобы еще больше усилить свой правый фланг, Тогда я буду знать, чего стоит этот английский аристократ. Господа, за сегодняшнюю лису.
У вас отличный партнерки. Данмор и Лок, сэр. Напомните мне об этом, Деланси. Я хочу, чтобы враг видел моих людей хорошо одетыми в бою. Лабедуэр. Да, сир. Do you have any children? У вас есть дети? Да, сын. Очень маленький, не выше вашего сапога. Вы бы хотели, чтобы он был сегодня здесь? Yes. Да. Yes, why? Да, почему? So he could see you, sir. Чтобы он мог видеть вас, сир. Видеть меня. Вы знаете, у меня есть сын. Я отдал бы все на свете, и сердце, и жизнь, чтобы увидеть его. Но не здесь. Я бы не хотел, чтобы он стал свидетелем сегодняшней битвы. Главная его сила находится за холмом. Мне он показывает только фасад. Он хитер. Хитер. Мы начнем атаку здесь. Угамон. Это открывает бал. 11:35. Спасибо, господа. Возвращайтесь на ваши позиции. Thank you.
Он ввел дивизию Фуа. Он хочет обойти нас справа. Его намерения так же далеки от действительности, как небо от земли. Мы можем передвинуть 95-й, сэр. Я не собираюсь метаться, как мокрая курица. У нас еще будет время. Сдвинулся с места. Он пригвоздил себя к этому холму. Двинуть всю тяжелую артиллерию на Пиктона. Он перенес свой удар на вас, Пиктон. Никогда не видел, чтобы так гладко работали пушки. С сотней пушек он обращается с такой же легкостью, как с одним пистолетом. Выстрелит ли бригада Байланда? Ничего, пусть понюхает пороху. Если они не удерут до этого... Они наступают все тем же старым стилем. Также мы их и встретим. Нужно точно рассчитать время. Джейн, ребята, пейте, пока это возможно. Все равно через минуту французы выльют его из вас. Дик? Нет, спасибо. Глотни-ка Джейну. С поклоном от его величества. Напомни мне, я должен его поблагодарить, когда мы будем во дворце. Как ты думаешь, их там много? Я не Господь Бог, чтобы видеть сквозь холм. Похоже, как будто весь чертов ад вырывается из-под земли. Ничто меня так не пугает, как стоять с другом Всевышнего. Пятьдесят второй приготовиться к атаке. Before we go. Пока есть время, Аксбридж. Зверский табак, Понсонби. Теперь нигде не найдешь такого. Отец оставил мне его. Весь за последнюю унцию. Старый еврей в Александрии знал секрет смеси. Смесь.
Отец бедняга был убит французами. Простая случайность. Его лошадь увязла в распаханном поле. 7 проклятых уланов напали на него, как на тигра в яме. Не повезло, Аксбридж? Чертовски не повезло. Тем более, что у него осталось 400 прекрасных лошадей. Бригада Байленда отступила. Прикройте разрыв. Теперь время тяжелой кавалерии. Гордон, веди своих негодяев на вершину холма, а я поведу остаток бригады. Не спеши, Пик. Мои парни удержат их до твоего подхода. Вперед, черт тебя дери. 92-й. В атаку! Неужели Веллингтону нечего предложить мне, кроме этих амазонок? Сволочь, сукины дети, за дело разбойники, вперед, подлецы! Теперь, шотландские серые, теперь. Эти люди на серых конях наводят страх. Самая лучшая кавалерия в Европе под самым плохим командованием. Может быть. Может быть. Бросьте на них улан.
Сигнал к отступлению. Прекратите этот бесполезный шум. Вы надорветесь. Назад, назад. Труби отбой. Слева уланы. Отдашь моему сыну. Спасайся. Клянусь Богом, пушки зовут нас. Пойдем на гром канонады. С нами третья армия, наш долг. Не беритесь учить меня, генерал Жерар. Приказ, данный мне императором, держать шпагу в спину Блюхера. Если вы не собираетесь идти туда, то позвольте это сделать мне. Разделить мои силы? Франция повесит меня. И она будет права. Ла Бедуайер, да, сир. Что это движется там? Я вижу людей в колоннах 5 или 6 тысяч. Он прав. Теперь я вижу лошадей. Лошади. Но чьи? Французские или прусские? Синие груши. То, чего мы опасались, это груши. Но это может быть и черная форма прусаков. Эй, у вас молодые глаза. Какого цвета мундиры? Я думаю, прусаки. Не надо. Это прусаки. Но для вас, меня и всей армии их нет, они на Луне. Понятно? Да, сир. Веллингтон открыл новый способ ведения войны. Сражается, сидя на заднице. Нам придется его сдвинуть. Где груши? Лахесант. Здесь будет решен исход битвы. Где груши?
Мне нужны его люди. Где Груши? Почему я должен делать все сам? Сир, вы ранены. Как доктор, я советую вам покинуть поле битвы. Хотя бы на час. Я здоров. Все хорошо. Я здоров. Лебедая. После Аустерлица я сказал себе, что у меня будет еще 6 хороших лет, а теперь прошло 10 и 9 кампаний. Вы слушаете каждое слово. После моей смерти, когда меня не станет, что скажут обо мне люди? Они скажут, что вы раздвинули пределы славы. Это все, что я оставлю сыну? Пределы славы. Он концентрирует кавалерию. А где же пехота? Дым без огня. Что он собирается делать? Становится жарко, господа. Лорд Хей, прогуляйтесь-ка. Генералу Ламберту отойти на 100 шагов за холм. Ваша светлость, делайте, что вам приказано. Общий приказ. Войска отступают на 100 шагов. Сэр, плохая манера стоять под деревом в такую грозу. Оно привлекает молнии. Я последую твоему дерзкому совету. Веллингтон отступает. Thank you.
Shoot up the horses! Fire up the horses! Что делает Нейт? Что происходит? Как можно вести в атаку кавалерию без поддержки пехоты? Что с вами? О ваших женах. Помните об Англии. Пустите меня! Пустите! Вернись назад! Мы никогда не видели друг друга. Как мы можем убивать друг друга? Как мы можем? Зачем? Просит пехоту, сир. Генерал Ламберт требует подкрепления на Угамон. Я могу лишь передать генералу мои лучшие пожелания. Деланси, поддержите Угамон артиллерией. Get lost, soldier!
Ферма взята. Да здравствует Франция! Сульт, сообщите в Париж. Немедленно. Передайте. Который теперь час? Думаю, около шести, сир. Прекрасно. Сообщите, что в 6 часов мы разбили силы Веллингтона и выиграли битву. Нет, нет. Сообщите, мы выиграли войну. Они взяли ферму, сэр. Мы не можем остановить их. Похоже, Аксбридж, что мы проигрываем битву. Дай мне ночь. Или дай мне Блюхера. Веллингтон разбит. Он истекает кровью. Теперь старую гвардию вперед и на Брюссель. Сир, вы должны уйти отсюда. Вас могут убить. Сир, вы должны уйти, пожалуйста. Я оставляю свои позиции на левом фланге. Все, что у нас осталось, сюда. Каждую бригаду, каждый батальон сюда. Каждую пушку на них. Каждую пушку. У моих парней не больше 5 патронов на человека, Веллингтон. Но они выстоят. Если маршал Блюхер не подойдет теперь, они мне переломают все кости. Хорошая фасоль, Веллингтон. Если есть на свете что-либо, в чем я совершенно не разбираюсь, так это сельское хозяйство. Сир, пруссаки в лесу. Блюхер в лесу. Я совершил одну ошибку. Мне надо было сжечь Берлин. Выше черные знамена. Никакой пощады. Не брать пленных. Я пристрелю каждого, в ком увижу жалость. Вперед!
Теперь, Мейтланд, ваше время. Блюхер! Нет, это груши! Блюхер! Что вы стоите, как испуганные дети? Чего вы боитесь? Какие же вы солдаты? Возьмите все резервы. Лабедуая. Нам нужно сдержать прусаков, понятно? Они опоздали. Веллингтон разбит. Неужели не ясно? Веллингтон разбит. Где ваша вера? Вспомните Маренго. Я проиграл битву в 5, затем я ее выиграл в 7. Это прусаки. Стойте со мной. Вы Франции. Стойте со мной. Вы гвардейцы. Еще один час, и мы их разбили. Неужели вы не узнаете меня? Я Ней. Ней, маршал Франции. Прусаки слева. Старая гвардия разбита. Черт побери, Акбридж. Никогда не видел столько бегущих солдат. Строитесь в каре. Остановитесь. Я потерял ногу. Действительно. Помогите ему. Вы должны уйти отсюда. Я хочу умереть здесь, на поле битвы, с моими солдатами. Вы не должны попасть в руки врага. Битва проиграна. Где груши? Где груши? Where do
Мы совершаем убийство. Надеюсь. Это была моя последняя битва. Храбрые французы, вы сделали все, что требует честь войны. Его светлость, герцог Веллингтон, предлагает вам спасти ваши жизни. Согласны ли вы сдаться? Дерьмо!
Зачем? Вы должны покинуть это место мертвых. Они прикуют вас, как Прометея, к скале. И там память о вашем величии убьет вас.